Как вы собираетесь баллотироваться, если это запрещено законом? Как я собираюсь баллотироваться, если это запрещено законом? Из-за судимости. Вы так мне говорите, как будто я скрываю свою судимость. У меня две судимости. Три даже, фактически, если включать клевету. Я рецидивист. Я много раз административно арестован, я экстремист и правонарушитель, потому что любой человек в нашей стране, если он занимается публичной политикой и говорит правду, он станет судимым рецидивистом. Поэтому в этом смысле я горжусь тем, что я могу сказать, что я говорил всегда то, что считаю нужным, и они вынесли свои фальшивые приговоры. Я отменил их в Европейском суде один раз, я отменю в Европейском суде второй раз. Но у меня вам, даже не юридический вам ответ, а скорее, ну, морально-политический. Значит, в Конституции Российской Федерации, статья 35, зайдите в интернет, посмотрите, написано черным по белому, что запрещается баллотироваться только тем, кто находится в местах лишения свободы. Я сейчас где нахожусь? Я нахожусь в Хабаровске. Здесь точно гораздо лучше, чем в местах лишения свободы. И значит, я имею право баллотироваться. Я манекен или человек? Вы люди или манекены? У вас есть право выдвигать своего кандидата. И мы никогда не откажемся от этого права. Что бы они там ни придумали, какие бы юридические препоны ни представили, ну, конечно, они не хотят, чтобы я баллотировался. Ну, как, конечно, они не хотят, чтобы я вышел на дебаты и говорил то, что говорю здесь. Конечно, они не хотят, чтобы я ездил по городам и проводил такие митинги. Ведь они эти митинги провести не могут. И они отлично, они страдают, они мучаются. Они проводят прямо сейчас совещание. Что же нам сделать-то, ё-моё? Хабаровчане подвели, приперлись под дождем на митинг Навальному. Поэтому они не хотят меня пустить. Но наша задача добиться нашего общего участия в выборах, верно? Потому что если мы не добьемся этого, перспектив не будет. Они сидят у власти 12-18 лет и хотят еще на 12 лет. Мы верим, что из этого что-то хорошее получится. И я не верю. Поэтому я иду на выборы с четким пониманием того, что и по закону, и по праву я могу это делать. Вопрос? Вопрос?